приятно приехать на этот турнир. Организован очень хорошо. Наша первая задача, конечно, посмотреть нашу молодежь. У нас команда очень сильно обновилась. И посмотреть слабые и сильные стороны ребят. Именно в конкретном поединке, так сказать, боевых условиях. Ну, получились моменты довольно-таки неплохие, с хорошим переходом из обороны в атаку. Но их было, к сожалению, не очень много. Ну, сразу видно, есть над чем работать. Не получилось, ну, наверное, тот активный футбол в обороне, который мы хотели видеть, наверное, он не очень получился. Опять же, моментами было, но моментами было безобразно, скажем так. Матч получился из разряда, как говорят, валидольных. Какие сейчас эмоции? Ну, да, эмоции обычные. Ну, хорошо, что выиграли, устояли. Ну, эмоции обычные, что, как в футболе. Чуть-чуть вспоминаю, как это быть на тренерском мостике. Поэтому у меня первая игра после довольно-таки большого перерыва. Ну, эмоции нормальные. Команда победила, значит, на данный момент мы сделали ту задачу, которую ставилась перед командой. Какие задачи в целом ставили на этот турнир? Ну, мы приехали только со сборов буквально день назад и что-то там пытались наработать. И этот турнир как раз нам помог в этом, чтобы попробовать, посмотреть, что мы научились делать, в чем у нас проблемы, что мы еще должны научиться. Поэтому я считаю, что очень хорошо для нас две игры, тем более следующая игра с командой Дины, которая уже довольно-таки показывает хороший, солидный футбол, взрослый. И нам будет тяжеловато, но как раз на таком сопернике помериться силами и попробовать их, и какие-то вещи скроются, где-то мы не дорабатываем. Очень хороший турнир, я считаю, для нас вот именно поиграть сейчас, это была первостепенная задача.